Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Ровно одна неделя осталась до Нового года. И я с удовольствием сажаю микрозелень, чтобы не бегать по магазинам, не искать, что мне предложат, что-то абы как. Я посажу и выращу микрозелень сама к новогоднему столу и рождественскому также. И хочу сделать небольшой обзор. Недавно я показывала уже, сажаю микрозелень постоянно, купила много и хочу поделиться с вами, как я это делаю. Итак, сею вот в таких вот лоточках и хочу указать на свои ошибки, которые я сделала и чтобы вы не сделали. Можно сеять на вот такие джутовые коврики. Можно на бумагу, на обычную, на бумажные полотенца. Можно использовать любую тару. Мне нравится, чтобы было все красиво. Поэтому запаслась вот такими вот лоточками специальными. Замачиваю коврики заранее в большом количестве воды. Кто выращивает на бумаге, это очень легко и быстро. Она пропитывается мгновенно. Эти же джутовые и льняные коврики нужно дать пропитаться. Первый раз я их просто побрызгала, и потом семена довольно трудно проклевывались. Поэтому я вот замачиваю в воде в большом количестве. Затем, когда это все пропитается, я вылью остатки, то, что не нужно. Вот. Следующее, что обязательно буду держать под пленкой. Я использую пищевую, она удобная. Можно просто обычные пакетики целлофановые. Следующее. Горох. Очень благодарный. Это овощ. Это бобовые. Он проращивается мгновенно. И за 5-7 дней получается очень такой коврик зеленый, красивый. Покажу обязательно еще раз. Предварительно семена замочила тоже в воде, чтобы быстрее пошел процесс. Следующее. Обязательно нужно раскладывать одним слоем, не загущая. Иначе росточки просто не проклюнутся, а могут заплесневать. И ничего хорошего тоже не получится. Так, и держать постоянно под пленкой. То есть открывать не буду. На ночь обязательно вечером нужно проверять сухость. Вот так вот, чтобы вода была. Это я все рассказываю для именно джутовых ковриков. Потому что вода в бумажных полотенцах держится намного лучше и дольше. Так, следующее. Перечислю, что я посадила. Итак, горох зеленый. Такой красивый. Редис. Простите. Лен вот такой вот упал у меня. Порвался пакетик, к сожалению. Ну, раз посыпался пакетик, покажу вам, какие семена. Очень красивые ульна. Такие вот гладенькие и красивые. Следующее. Пшеницу. Как все знают, ее используют для кормления кошек. Многие такую травку зеленую. Редиска красная. Редиска зеленая. Так, следующее. Дайкон более крупный. Тоже из серии из этой. Кресс-салат. Рукколу. Такая миленькая руккола. Мангольд. Это типа свекла. Видимо, что-то. И теперь накрою пленкой. Но перед этим нужно обильно спрызнуть
через сутки двое обязательно покажу результат, каков будет. И еще раз расскажу поподробнее. Всех с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, удачи и терпения. Пока!